В год транспорта и дорог в городе Сочи усилили эвакуацию в первую очередь на маршрутах регулярных перевозок. Неправильно припаркованные на проезжей части автомобили создают препятствия движению транспорта общего пользования и спецавтотранспорта. Так, на переулке Электрическом авто загораживают автобусную остановку и мешают пассажирам выходить из общественного транспорта. О необходимости контроля ситуации говорят и сотрудники администрации курорта. Продолжаем активно и усиленно работать в части эвакуации транспортных средств совместно с госавтоинспекцией. Необходимо отметить, что транспортные средства, которые припаркованы хаотично на проезжей части и в нарушение правил дорожного движения, будут задержаны и эвакуированы на специальную стоянку. Необходимо отметить, что эвакуация осуществляется в центральной части центрального района и, соответственно, в центральной части Адлерского района. Автомобилистам необходимо соблюдать правила дорожного движения. В случае отсутствия водителя на месте, транспортное средство задерживают и направляют на специализированную стоянку. В среднем в день эвакуируют 30 машин. Если хозяин авто оказывается рядом, ему выписывают штраф и составляют протокол. В день доходит до 40 административных протоколов за нарушение правил остановки и стоянки. С учетом платного парковочного пространства дешевле оплатить стоянку, чем потом выплачивать административный штраф. Он составляет 3000 рублей. С целью снижения заторовых ситуаций, кроме легковых, работают и грузовые эвакуаторы муниципального предприятия «Сочи Автотранс».